Погода скетчап. Неожиданно и оттого интригующе. И обо всем поподробнее. Всем привет! С вами Джоникс. Перед нами главное окно программы с подготовленным объектом. Погода скетчап может применяться в двух случаях: отсутствие отдельных программ архитектурной визуализации типа Lumen или Motion, когда есть свой механизм визуализации типа Vray или Corona, либо при ознакомлении с программой. Начнем с теней, освещение солнца. Чтобы активировать тень, в панель инструментов зайдем в вид тени. Тень есть. На этом полномочия кнопки тени как бы все, поэтому отключим ее. Справа в Default Tray, лоток по умолчанию, раскроем раздел тени. Если его нет, панель инструментов, окно, лоток по умолчанию, ставим галочку в тени. Раскрываем раздел. В нем также можно показать или скрыть тени. В настройках доступны раскрывающий список с часовыми поясами, ползунки с выбором времени и даты. Правее находится кнопка «Показать сведения». После нажатия на кнопку настройки тени дополняются двумя ползунками: свет, корректировка яркости освещения источником света, то есть солнцем, и темный, яркость объекта с тенями. Отображение на гранях. Более детальное отбрасывание теней. На Земле в данном проекте ведет себя крайне странно, но при отключении слоев с подложкой работает в нормальном режиме. От ребер. Захват только ребер, поэтому на проекте не выделяется. Теперь к анимации для последующего рендера V-Ray или Corona. Раскроем раздел «Сцены». При отсутствии такового раздела «Окно», лоток по умолчанию. Жмем «Добавить сцену». Перемещаем или не перемещаем ракурс камеры. В настройках теней меняем положение тени. И жмем «Добавить сцену». Готово. Анимация тени будет выглядеть вот таким вот образом. Дымка, туман, панель инструментов. Вид, дымка. Как и с тенью, с дымкой можно создать анимацию. Отключим дымку. Раздел сцены. Предварительно удалив старые сцены, жмем на кнопку «Добавить сцену». Меняем ракурс камеры. Добавить сцену. Меняем ракурс камеры. Добавляем дымку. И жмем «Добавить сцену». Как это выглядит? Дымка, туман. При отдалении от объекта полностью скрывает его. И здесь также можно создать анимацию появления объекта из тумана. Отдалив объект до полного его скрытия в тумане, в сценах жмем «Добавить сцену». После этого приближаемся к объекту. И снова жмем «Добавить сцену». Готов пример. Погода скетчап, конечно, не погода в профильных программах по архитектурной визуализации, но все же для минимальных, а для кого-то и нормальных требований этого вполне хватит. На этом же урок подошел к концу. Понравилось видео? Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Остались вопросы? Пишите в комментариях, что вас интересует. Всем спасибо за внимание! И до скорых встреч!